Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, выходит роллинг. Давненько не было у нас роллингов, причем сегодня у нас выходит роллинг сразу после обновления. Причем самоцветов достаточно большое количество, и причем... Я понимаю, что вам надоело слушать причем, но причем... Ребятушки, причем нам нужно выбить одного героя, то есть мы все будем тратить только ради одного героя. Ну и плюс, конечно, там повторочки эпиков, но по факту у нас цель выбить одного недостающего нового эпик-героя. Так, усаживайся поудобней, накладывай себе покушать, что-нибудь вкусненького попить. Не забывай поставить лайк, подписаться, прожать колокольчик и подписаться еще на телеграм-канал. Ссылочка на него будет в описании, чтобы не пропускать стримы, какие-нибудь возможные инсайдики. Я, конечно, ленюсь, но подпишитесь, буду весьма благодарен. Ах, ну что, с Богом! Крикнули все атеисты. Так, ладно. Не суть, друзья. Я нахожусь на аккаунте игрока под ником Прост Сержант. Он, короче, ну это Фанни Вульф, кто сидит на стримах. Те должны его знать, помнить. Вот, он находится в хорошей гильдии под названием LOS. LOS. Прием через телегу. Вся информация у вас на экране от 700 тысяч силы. Это топовая гильдия, топ-8. Так что, ребята, если что, возьмите и поспешите. Ну, а мы начинаем. Короче, заходим... И здесь все изменили. Заходим сюда, смотрим, у нас тут не хватает одного героя. Подожди. А, вот, Орфея не хватает. Колоса, то есть он уже выбил. Окей, ну шо, ну давай, полетели, долгое вступление, ну а шо поделать, сейчас поищем алтарь, как обычно, Саша, а вот он алтарь, здравствуйте, так, давай, Орфея нам сюда, рыцарь, нет, это не то, князь тыква, не то, хочу видеть оранжевое свечение, понимаешь, оранжевое свечение, папа! Ой, блядь, ну нахер ты так рано выпал, а? Ну, сука, даже 10 минут не было. Блядь, ну, я вообще ни хера с этого видоса не заработаю, я не знаю. Подожди. Подожди, ну-ка, я стой, я сейчас напишу хозяину, типа, короче, за 2000 самов выбил Орфея. Что дальше делать? Ролить там, не ролить? Может, понимаешь, может, повторки там нужны, понимаешь? А, кстати, повторки-то, да, для этого Орфея нужны. Сейчас, подожди. Не уходим! Будет еще контент. Я его выбил за 2к. Лайк поставь. Дальше ролить. Ну, короче, пока не ответят, буду ролить. Аза-за. У него там еще на складе 1030-50 самоцветов. Как бы я думал их тоже сегодня расчехлять. Вот, королева Оз. Это... Слушай, прет же кому-то, а? Мастер рун. Роль на все. Со склада тоже тратить. Демон-охотник. Привет. Отлично. Ведьма, Рина, инженер. Чтобы можно было сделать вторую его. А, вот так вот. Окей. Ну, значит, пытаемся выбить повторки. Не, ну... сейчас... О, секач! Отлично. Не, будет, конечно, весело, если мы не выбьем ни одной повторки этого Орфея. Ну, вот, короче... И со склада, короче, у нас роллинг может выйти там в кругленькую сумму. Наша задача выбить еще 2 орфея. То есть, соответственно, чтобы сделать вторую эволюцию, понимаешь? Ну, вот. Получится это сделать, не получится, не знаю. Вы можете... Мадам Бо, отлично. Вы можете поставить видео на паузу, написать в комментариях там. Князь, удачи тебе. Ну или Саня Вульф, удачи, это хозяин аккаунта. Или просто сержант, удачи. Не знаю, что хотите, напишите, как бы... Поможете видосу в продвижении, да, я вам говорил уже. Колос еще один, ёб твою. Ой. Почему это мне так не везет? Не, я, конечно, рад за подписчика, типа, окей. Вот что-то мне подсказывает, когда я буду ролить себе новых героев,
Что-то оно мне это добро так падать не будет. Я уже молчу про повторки. Фобос-то у него был. Воу-воу-воу-воу-воу. Интересно, а возможно выбить три эпика сразу? Типа, знаешь, нажал, и тебе три эпика выпало. Вон, трианта. Давай. Полетели. Ну, падают, как бы, вроде бы неплохо. Конечно, я сейчас субъективен, да, потому что мне уже в самом начале выпал нужный герой, но в целом эпики вроде бы как бы и неплохо падают. Хотя там, помню, колос, смотри, колос падает. Хотя вот я помню, там у меня когда роллинг был, там что-то на 50 тысяч самоцветов или на 40 тысяч, там чуть ли не 10 эпиков выбил, там один из последних роллингов. Вот, ну, здесь поменьше падает, но падает, и как бы нам нужен Орфей, а повторки его не падают, вот, зато Колос падает, как говно, ну, вот, не знаю, как сам по себе герой, опять же, пишите в комментариях, да, вот, Пепельная Матрона, Друид, я даже боюсь, знаешь, выходить из алтаря, потому что, ну, воу-воу-воу, Мадам Бо, ну, потому что вроде эпики падают, понимаешь? Вроде бы эпики падают, паладин ниндзя. Но нам нужен Орфей, чтобы сделать вторую эволюцию. Но это, знаешь, обидная херня будет, когда ты, типа, за первые 2000 самоцветов или 3000 самоцветов можете меня, опять же, в комментариях поправить. Но будет обидная херобора, ежели мы его выбили в самом начале, а потом даже ни одной сраной повторки не выпадет. Фрости выпал, это тоже хорошо. Слушай, ну, как бы эпики летят. Эпики летят. В полете шмеля эпики летят. Давай еще. Как там его, сука, за Фре, что-то там на F. У нас 5000 самов остается. Этот чучмек не падает, короче. Опа, еще один колос, лол. Доченька пришла. Сейчас приду и тебе открою киндер. Если хочешь, можешь его сама открыть. Вот так вот. Все. Киндера. Ну, на колосов прет. Уже 3 колоса точно минимум сегодня выбили. Но как этот... Сука, я забыл, как называется этот новый герой. Самоцветы закончились. Жди, он... А, Орфей. Орфея. На F. Орфеем его зовут. Ну, окей. Ой... Да, сделали, конечно, разработчики систему. Вот знаешь, сейчас бы выбили его, и все, и такие обрадовались бы. О, пойду его прокачивать на максимум. А тут хуюшки тебе. Извиняюсь за выражение. Хуюшки. Иди, сука, и выбивай повторки. Потому что хрен ты его даже на первую эволюцию качнешь. Если не выбьешь повторки, понимаешь? Королева мумий. Орфей! Вот, второй пришел, и сразу после королевы мумии. Это жестко вообще. Слушай, ну это жестко. Давай еще, братух, одного, и это вообще будет просто идеальнейший роллинг. Давай еще одного Орфея, братулес. Брататандер, блядь, давай, рандомчик. О, потрошитель! Слушай, ну как бы у нас много сегодня разновидностей эпик-героев выпало. Давай, Орфей, братуха. Еще одного Орфея, чтобы вторую эволюцию можно было сделать. Братулес, давай, братан, братуха, братунчик, сестра, сестричка, не знаю. Давай, рандом! 10 тысяч самоцветов осталось! 10 тысяч самоцветов! Братале! Браталю, жрица воды, давай на Морфея. Братуха, братулец, братан, брутун, братан. Ну давай, 4000 самых осталось. Ну давай, Орфей, ёпта. Что за грёбаное казино, Орфей? Орфей, 1000 самоцветов, блядь. Просто в ноль. Но, ребята... Вы просто посмотрите. Нет, ну результаты охренительные, да? Как бы там, смотри, религии, там вот это вот все, короче, можно качать. Два Орфея. Ну, вообще-то мы могли его вообще не выбить, понимаешь? Мы могли его не выбить вообще. Но мы его взяли и выбили. Тут собрано, пакет накопления собрано. Там вроде под сраку самоцветов там акция какая-то была. А? А, это же вы мне потом
Вы же мне потом все эти, сука, комментарии спишите. Князь, лоша. Ерунда попалась. Ерунда мне попалась. Ерунда попалась? Ну иди сюда, покажи. Опять это ерунда. А, они нас обманули. Там был Супер Марио нарисован. А попалась эта ерунда. У нас же это ерунда целая куча. Да, ужас. Ужас. Вот сюда покажу кулак. Обратись к производителям киндер-сюрприза, что как бы вы... Я в домике. А, ты в домике? Вот, короче, такая вот ерунда попалась. Да. Ух ты, ерунда! Да, на. Больше такой киндер покупать не будем. Будем другой покупать, да? Да. Все, удачи, держись, дверь закрой, все нормально, прорвемся. Так, войди в игру, найм редких героев, необычный базар, ежедневный бонус, жара, бинго, императорская кузница, оплата покупок с участием третьей стороны. А, короче, нихера походу нету, а если и есть, напишите об этом в комментариях, но я думаю, хозяин аккаунта разберется. Короче, жду вашего мнения. Лайка, подписки на телеграм-канал, вообще пишите, чё, как вам, короче. Всем удачи, друзья, и пока просто, ну, мне понравилось самому, если честно, я остался роллингом очень, очень доволен. Вот, и не забываем вступать в гильдию Лос. Ба-бам!